Здравствуйте, дорогие друзья! И снова программа «Все свои» вместе с вами. Сегодня мы идем в удивительную семью Воробьевых. Они расскажут свои рождественские традиции и, конечно же, тех чудесах, которые происходили в их жизни. Пойдемте? Здравствуйте! Здравствуйте! Привет вам! Привет! Меня зовут Кирилл. Меня зовут Оксана, я глава семьи в доме. Это мои дети. Отлично. София. Надя. Йося. Илюша. Мы рады тебя видеть в нашем доме. Здорово. Ну что, все свои в сборе? Да. Так что раздевайся и проходим на кухню. Поехали. Сегодня готовить. Вообще здорово, что у вас такой стол, где все могут поместиться. Я вижу, что у каждого есть свое место. И главное, что даже свое орудие труда. Что мы будем готовить? Салат столичный. Столичный, да. Салат. Так, я вижу яйца, курица, огурчики, картошечка. Морковь. Кто любит столичный салат? Да! Здорово. Ну что, поехали, Оксана. Давай, ты покажи нам, наверное, как, да, правильно, что нужно делать. Да, вот покажу. Так. Как это правильно? Вот она правда. Да нет, конечно. Да просто дети сами все делают. Я только, теперь преподают им дети старшие. Все, я понял. Ну, да, и вот так мы режем. Слушайте, я такой, что кто будет у нас будет резать? Да, можешь вот отобрать у Сони. Хорошо, ну я вот. Вон, может, морковочку. А морковочка одна, да? Нет, почему? Ее много. Хорошо, я тоже буду резать. Я режу морковочку. Вареную морковочку. Самое вкусное в салате – это вареная морковка. Это носик снеговика. Носик снеговика. Еще утром это был носиком снеговика, а сегодня он в столичном салате. Вот она, судьба морковки. Да. Никогда не знаешь, чем это все закончится. Все же лишь подставить. Скажите, у вас есть какая-то... Это, вообще, этот салатик, это он традиционно рождественский у вас? Вы на Рождество его готовите? Этот салатик мы уже много-много лет к Новому году, да, к Рождеству готовим в семье. Ну, на день рождения. На день рождения. Вообще каждый день. Редко, но бывает. Так большинство это на Рождество, мы еще жарим курочку, но сегодня решили сделать только салатик. Ну, класс. Оксан, скажи, да, какой-то секретный ингредиент есть? У тебя секретный ингредиент на салата? Здесь? Да. Ингредиент. Дружненько, весело все это нарезать. Намешать. Кристина вот подсказывает, все сделано детскими руками. Да. С любовью. Самое главное. Вот наш ингредиент. А есть у вас такое, что вы, например, экспериментируете от Рождества? То есть какое-то новое блюдо, например, появляется? Ой, да. Мы готовили, помнишь, удон с курицей на Рождество в том году. Да. Очень обжаривали овощи в соусе, терияки. Да? Вроде курица называется терияки, я забыла. Терияки. Вот, и с макарончиками. Делали с лапшой. Не, мы вообще как бы не привязаны именно к одному блюду, мы всегда любите пробовать разные. Да, хорошо, да. Какая-то традиция есть у вас, вот, связанная с едой? Вот вообще, на самом деле, как правило, в семье традиции вот легче всего вспомнить или как бы их создать. Это вот все, что связано с едой, с кухней, с готовкой или с потреблением этой пищи, с уборкой. Что-то есть такое? А это правило вашей семьи? Последний, кто, например, типа готовит, тот и убирает. Ну да, да, у нас всегда так. Или кто последний уходит из-за стола, тот убирает. Кто готовит, тот и убирает? Да. Здорово. У тебя картошка в волосах. Но кто поел, тот и убрал за собой, а там уже потом кто-то это все помоет. Кто-то это я, кто-то это я. Нет, дети, главное, приучены за собой убирать посуду. Вот поели они, вот
Не бросят и не уберут. Они уберут сначала все, а потом... Пойдут с легкостью гулять, а кто-то будет стоять это все. Сонь, что у тебя традиционно ты готовишь в семье? Конечно. Все. Ну, на самом деле, я люблю очень готовить. Яичницу, омлет, да? Это да. Естественно. Да, выпечку люблю готовить. Люблю готовить... Что ты говорила? По воскресеньям ты говорила. Пироги. Разные пироги. С чем? Яблочный пирог. Американский яблочный пирог. Все с Америкой связано. Очень вкусный, да. Apple pie. Итак. Салат у нас готов, пробу у нас снимает Соня, сегодня ее жеребий. Давай, Соня, мы посмотрим, что будет с тобой происходить. Посолить-то забыли. Забыли посолить. Нет, мы посолим, мы договорились, что мы посолим попозже, да? Мы эту ложку уже туда не будем. Без соли тоже можно. Вот. У вас же есть наверняка какие-то рождественские, не знаю, чудеса, или что вот, ну, происходило такое, или, не знаю, откровение, что вот, вот связано вот с этим временем? У нас же всегда такое, ну, как-то волшебное какое-то, да, ну, или чудесное. Весь год, но, да, декабрь — это особенный месяц. Какие у нас чудеса какие-то. Но в том году, например, до Нового года, за неделю... Нам предложили дом за городом. Вот, для нашей семьи. Навсегда? Нет, чтобы мы там Новый год отпраздновали. А, и здорово. Мы 31-го заехали, до 4-го числа были в шикарном доме в большом, с баней, со всеми условиями. Снега было. В Питере снега не было. Так. Но зато там в Рощино было снега. Вот просто дети уходили и там валялись с утра до вечера в снегу. То есть, Оксана, для тебя это тоже был отдых, реально. Да, и это очень было красиво, очень было шикарно. Мы там отдохнули. Это был для нас вот подарок. Потому что мы хотели выехать за город куда-то. Именно в доме праздновать Новый год. Да. Так и получилось. Да, Йосиф? Да. Счастливый ребенок. А какие еще? А вы расскажите, вы вот говорили, что у вас есть традиция, что вы на Рождество пишете списки, когда таких желаний, да. Желаний, мечты. И расскажите весь этот процесс, как-то, что вы с ним потом делаете, что это все, что за это? Ну, вообще, мы пишем, там всем желания, цели, да. Ручечки. Выдаются бумажечки, ручечки. Вот, ну мы пишем, пишем, потом вот так вот заворачиваем в трубочку, и мама убирает их. И съедаем. Вот. Когда сжигаем? И на следующий год мы их открываем. Да. И зачитываем, что исполнилось. А иногда бумажку теряем и открываем через несколько лет. Ну это даже интереснее. Да, такое тоже. Те, кто не могут писать, они нам сообщают, мы тоже записываем. Либо они рисуют. Кристина рассказывала, что в какой-то момент, в один из годов, ты посмотрела свой список, он полностью весь был исполнен и зачеркнут. Лет 5-6 лет назад писала список, ну, когда мы жили в другой квартире. И через год назад я нашла этот список, прочитала, и все желания, которые были, там 5 пунктов, ну, 6, все исполнились. Здорово. Постепенно я начала вспоминать, в каком году что исполнилось. И... То есть, ну, не за год, но все-таки все случилось. Да, последние 5-6 лет. Здорово, это ж чудесно. Все вдохновились, наверное, и сразу списки у всех расширились, да? Да. Количество пунктов увеличилось. Ну да, мы эти списки делаем не только на Новый год, но как вот взрослые мы делаем это еженедельно, в принципе. Серьезно? Да. О, это прям традиция такая у вас, да? Желание, что мы хотим. Вот Сонечка хотела в Москву. Она поехала. Хотела в Сочи, она поехала. Куда ты еще хотела? В Краснодар. В Краснодар она в этом году. Осталась в Нью-Йорк. Вот. Нью-Йорк, Барселона, да, 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 Париж. Ну, все ее вот желания, я говорю, пишите все свои желания, они у вас останутся. Кристина хотела в Ниццу, она поехала. Месяц там была няней. Вообще здорово. Друзья мои, пишите списки. Я вспомнила. 2 года назад ко мне подходит сестра церкви и сказала, говорит, Оксан, тебе пора на море отдыхать. Я такая, ну как это возможно на море? Ну, и 2 года назад я первый раз полетела на Кипр.
перед Новым годом за месяц. Господь сделал подарок. Здорово. Чудесным образом я сделала подарок дочери, мы с ней вместе улетели на Кипр. А в следующем году? А в том году она мне сделала подарок, купила поездку, и мы с ней на Кипр уехали. Это были вот как раз новогодние такие праздники. Просто вообще были чудеса, здорово. Потому что за свои года я первый раз летала 2 года назад. Слушайте, это здорово. Благ. Пишите списки, свои желания, мечты Богу. Бог обязательно отвечает. Он не глухой Бог, Он слышит, и Он отвечает. Он хочет радовать нас, детей Божьих своих. Видите как? Вот, кстати, это пожелание тоже можно такое быть, пожелание, кстати. Да? Это очень крутое. Да. Все здорово. Друзья мои, пишите списки, смотрите. Вот, пожалуйста, вот вам реальный пример людей, которые пишут списки с желаниями или просто с мечтами, которые есть в их сердце. И удивительным образом Бог просто все берет, делает, открывает, потому что так много любви у Него к нам, и так много Он хочет для нас дарить подарков. Правда? Да. Ну вот мы и у елочки. Ну давайте рассказывайте про вашу елку, как и что вы делаете. Я так понял, что у вас традиция, когда вы украшаете все вместе. Да. Все вот, всей все. Гурьбой накидываетесь на бедное растение и ее украшаете, да? Да. Любите елочку украшать? Да. Молодцы. Ну давайте украшать тогда, что вы стоите. Потихонечку развешиваем. А кто имеет право вот последнего голоса, как будет все украшено в конце, в итоге? Мама вечером, да. Мама вечером все поправляет, да? Я тут вначале все вместе. Нет, главное, да, чтобы они участвовали, они же должны. Мы как семья вместе участвуем и украшаем нашу елочку. А подарки под елочку вы кладете? А потом подарочки мы кладем уже к Рождеству. Мы на Новый год не открываем подарочки, так. А мы открываем подарочки на Рождество. Вот. Но они под елочкой лежат или нет? Под елочкой, да. Мы читаем Библию, историю. Вот. А потом каждый достает себе подарочек. И они готовят. С его именем. Все готовят подарочки друг другу. Здорово. У нас очень много подарочков получается, потому что Надя дарит Йосе, Кристине, Софии, мне, Илюше. И каждый человек дарит всем. Всем? Да. То есть у каждого по 5 да, подарков? Да, по 6 даже? Да. И вот так вот потом сидим, мы около елочки, все это. Ой. Всем раскидали подарочки и сидим. Вот по очереди каждый открывает один подарочек, благодарит, радуется. Это у вас под елкой 25 подарков сразу лежит? Да. Какой нет, подождите, 25. 36? Ну вот, да, они такие бывают. Такие разные, разных форматов. 36 подарков, это же в кино только такое можно увидеть. Ну потому что мы большая семья, из-за этого у нас много подарков. Но у нас принято дарить, чтобы один человек дарил всем. Да. Ну это плюс еще может бабушка быть, брат, племянница. Так что там елки не видно за подарками. Много, да, у нас елка вот так закрыта подарками. Здорово. То есть у вас прям традиция, вы читаете вместе библейскую историю, Рождества, да? Да. Да. Ну, в общем, мы обычно это перед столом делаем, типа читаем, и потом уже кушаем. Угу. Вот, а утром мы просыпаемся и открываем подарочки. Класс. Сколько времени уходит на то, чтобы распаковать подарки, такое количество? Не знаю, мы просто садимся вечером и вот... Ну, дети либо вечером, либо утром. Они все делают быстро. Вот старшие, они растягивают. Я уже открой быстрее. Ну, сейчас я этот бантик развяжу. Бумажечку мы не рвем, мы аккуратно ее раскрываем. А дети ее... Вот так вот. Куда ее девать потом, правильно? Да. Ну все, у нас почти все готово, осталось только елочку, собственно говоря, и зажечь. Раз, два, три. Елочка! Елочка! Гори! Ура! Класс! Ну что ж, святое семейство, спасибо вам большое за ваше гостеприимство и открытое сердце. У нас от телеканала ТБН для вас есть подарок. Это вот такой маленький вертеп. Здесь Мария, Иосиф, младенец Иисус. Прелесть этой игрушки елочной в том, что она сделана из настоящего оливкового дерева. Это для вас. Пусть у вас будет такая замечательная память. Спасибо. Спасибо. Да. Ну и у нас тогда будет для... От нашей семьи, для канала ТБН. Мы хотим подарить этот подарок и пожелать людям благополучия, чтобы в вашей семье всегда присутствовал Бог. Любви, мира. Ну, здоровья. Здоровья. Что еще, Есенька? Что ты пожелаешь? Пожелай. Хорошо учись.
Спасибо большое за этот подарок. И это очередная елочная игрушка, которая у нас будет украшать нашу елочку на телеканале ТБН. Появится сегодня уже в студии. Друзья мои, с вами была программа «Все свои». И в преддверии этих рождественских праздников мы хотим пожелать вам, чтобы все свои были дома. Будьте благословенны.